Выступление Сергея Галанина, пожалуй, ждали больше всего. Этот артист всегда собирает огромные залы, в Орле он уже бывал. И несмотря на то, что в этот раз желающих послушать его песни было не так много, музыканты группы «Серьга», как всегда, были энергичны, задорны, играли свои лучшие песни так полюбившейся публике. А город 312 уже третий раз в Орле. Сейчас они заняты выпуском своего нового альбома и не так часто гастролируют, но приехать к нам время нашли. Исполняли знакомые хиты. Третьей выступала Анита Цой. Зрителей поубавилось, и остались только самые стойкие поклонники ее творчества. Костюм для выступления Анита подобрала не по погоде. Сначала очень замерзла, но на второй песне, по уверениям артистки, ей стало даже жарко. Пела Анита дольше всех, представляла свои новые песни и даже спела на бис. На пути я не стану, все равно сердцем рано. Артисты уехали так же стремительно, как и приехали. С поклонниками не пообщались. Анна Немолякина и Андрей Борискин для программы «Оперативный эфир».